намерены приступить к ремонту. Работы через несколько недель начнут на улице Иона Крянга в столице. Об этом в Фейсбуке написал мэр Ион Чебан. Он отметил, что контракт на проведение капитального ремонта дороги от Алба-Юлия до проспекта Штефана Челмари уже подписан. Впервые о восстановлении улицы Иона Крянга заговорили еще в 2012 году. Тогда же составили план работ, однако приступили к ним только через 6 лет. До сих пор отремонтировали часть тротуаров и обновили уличное освещение. Обошлось это в 26 миллионов леев. Мэр заявил, что работы провели в спешке, и теперь, чтобы поменять подземные коммуникации, придется разобрать недавно сделанные тротуары. Тротуары на этих участках отремонтировали с большими отклонениями от проекта. Его не соблюдали и не включили в окончательный вариант, о котором мы сейчас говорим. Завершить работы планируем в марте 2022 года. Строители говорят, что, возможно, их закончат раньше. Проект ремонта улицы Иона Крянга включает замену водопроводной и канализационной системы, восстановление дорожного полотна и тротуаров, а также круговых перекрестков на площади Дмитрия Кантемира и площади Объединения Княжеств. Замена водопровода и канализации обойдется почти в 20 миллионов леев. По словам градоначальника, ремонт улицы невозможен без модернизации подземных коммуникаций. 90% из них сильно изношены. Восстановление дорожного полотна будет стоить 50 миллионов леев.